А вот Ким Чен Ын приказал военным в случае чего применять ядерное оружие. Вот правда, подлинно неизвестно, есть оно у них все-таки или нет. Теперь Пхеньян готов наносить некие упреждающие удары по своим соседям на Корейском полуострове и даже за его пределами. Поводом стала недавняя резолюция Совбеза ООН по ужесточению санкций против страны. Власти Северной Кореи решили поиграть мускулами. Накануне они запустили 6 ракет малой дальности в Японском море. Никуда не попали, к счастью, но расчет был на испуг соседей. Это удалось. Токио и Сеул призвали еще сильнее надавить на непокорный Пхеньян. Только вот как это сделать? Ну вот, все-таки агрессивно ответили только Штаты, даже не соседи. Любители повоевать, американцы не стали отмалчиваться и уже заявили, что готовы уничтожить ядерный потенциал КНДР. Конечно, если это понадобится.